Вчера часиков 12 примерно с таким шумом съехал весь снег, который лежал на крыше, который скопился за зиму. Я его, кстати, скидывал два раза, но все равно набирался. Видите, какая куча здоровая. Причем, съезжая, он срезал дымоход. Причем усмял его. Сейчас я поднимусь, посмотрю. И падая, он настолько спрессовался, что разбивать его сейчас попробовал только штыковой лопатой. Но сейчас я это делать не буду, потому что он такой мокроватый, тяжелый и неудобно. То есть, в общем-то, собственно, простой лопатой и машинкой для чистки снега я уже его не могу взять, потому что он очень сильно спрессовался. Понятно теперь, потому что когда сходят лавины, что тяжело из-под них вылезти и вообще там мнет все на своем пути. Вот здесь немножко, наверное, тонны или сколько-то съехало, и уже все, апокалипсис, ничего с ней не сделаешь. Сейчас я заберусь на крышу, посмотрю, что он там натворил. Так, ну вот мы залезли наверх. Кусочек снега еще остался. Вот так вот даже. Смотрите, труба полностью вырвана и изогнута. То есть, какой силы было давление, не могу выпрямить. Не могу выпрямить. И все это из-за какого-то кусочка снега, который решил соскочить с крыши. Вот так вот. У кого-то еще вот там, наверное, скоро соскочит. И вот у соседей тоже готовится плюшка. Может быть, даже уже и падал, не вижу. Ладно, все, спасибо.